Здравствуйте, время новостей на Катунь-24 в студии Елена Самарина. Вот основные темы этого выпуска. В этом году в регионе планируют создать единую службу неотложной помощи. Еще одна ледовая переправа открылась в Алтайском крае с сегодняшнего дня. Где? Расскажем в выпуске. Сборник пьес о Шукшине презентовали в Алтайском театре драмы. Об этом и не только. Смотрите в выпуске. В Барнауле из-за непогоды временно не работают сразу несколько светофоров. Причина – повреждения линий связи. Так, светофоры отключены на перекрестке улиц Малахова и Германа Титова в районе здания по адресу улица Юрина, 188 и Матросова, 5. Сейчас Барнаул-Горсвет работает над восстановлением светофоров. Водители и пешеходов просят быть внимательнее, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения. А я продолжу. В этом году в регионе планируют создать единую службу неотложной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Как пример, мы имеем пилот в Бийском округе. Когда мы вывели как раз-таки все вызовы неотложной помощи со скорой помощью, мы освободили порядка 10 бригад из 50 бригад. 10 бригад стали заниматься только скорой помощью. В Алтайском крае продолжают регистрировать высокие показания по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Напомню, что пик по количеству вызовов скорой помощи пришелся на 1 и 2 января. 3200 вызовов по всему краю. Большинство из них с симптомами ОРВИ. Надеемся, что сейчас с окончанием каникул мы не встретимся со второй волной заболеваемости, когда формируются детские коллективы. Ну, в любом случае, будем эту ситуацию мониторить. 70 лет исполнилось Вере Волгиной, фельдшеру, лаборанту краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Больше полувека она трудится в клинической лаборатории. Подробнее о ней смотрите в нашем сюжете. Труд украшает человека. Если верить этим словам, то Вера Тимофеевна – самый красивый сотрудник Алтайской краевой больницы скорой медицинской помощи. Профессии уже 52 года. Совсем недавно отпраздновала юбилей – 70 лет. Вера Тимофеевна, поздравляем вас с наступившим юбилеем и хотим поблагодарить за многолетний труд. Мы знаем, что в 71 году пришли в нашу больницу и 52 года своей жизни отдали службу, как говорится. Поздравляем вас. Сюда, в больницу скорой медицинской помощи, Вера Тимофеевна пришла сразу после школы, санитаркой. Затем получила образование медсестры в Барнаульском медицинском колледже и лишь после этого стала фельдшер-лаборантом. Я хотела вообще по спорту идти, так как спортом в школе занималась. Но потом мне и папа хотел, чтобы я в торговлю шла. Он на продуктовой машине работал. Мама сказала, нет коровы, пойдет в медицину. Продавцы не пойдет. Ну, пошла в медицину работать и не пожалела. В ее обязанности входит забота о пациентах, забор крови и ее анализ. Например, сейчас занята исследованием уровня глюкозы в крови пациента. По словам Веры Тимофеевны, за эти годы работа сильно изменилась. Время же идет, прогресс идет. На месте ничего не стоит. Конечно, мы вручную работали, это очень было тяжело, и работников было меньше. Сейчас анализаторы, и сейчас молодежь грамотная, но мы от них не отстаем, учимся, работаем. Сейчас намного легче работать. Конечно, анализаторы, хорошая аппаратура. Но ни компьютеризация, ни новое оборудование, ни обновленные техники работы не стали для Веры Тимофеевны испытанием. Она признается, учиться приходится постоянно. Вот только даже в 70 лет ей это удается без труда. Вера Тимофеевна, ну хотя я уже всем говорю, что я не люблю этого слова, обучаема, ну действительно она обучаема. Она за свои годы освоила столько по своей специальности приборов, начиная с каких-то ручных анализаторов, полуавтоматических, в настоящее время работает на автоматическом анализаторе.
После работы Вера Тимофеевна – заботливая бабушка 5 внуков. Занимается танцами и посещает ретро-клуб для пенсионеров. Дарья Эндерс, Сергей Балуев. Новости. К другим темам. Еще одна ледовая переправа открылась в Алтайском крае с сегодняшнего дня. Об этом пишут в телеграм-канале регионального МЧС. Она начнет действовать в Усть-Пристанском районе от села Вяткино до села Клепиково. Там через реку Обь разрешен проезд по льду автотранспорту массой до 5 тонн. Это уже 4-я переправа. Кроме нее, сегодня в регионе функционируют 3 ледовые дороги. В селе Шалаболиха, Новообинцево Шалаболихинского района и в Камне-на-Оби. МЧС призывает жителей края оставаться бдительными. Выезд на лед за пределами официально открытых переправ крайне опасен. Пожарные извещатели устанавливают в Заринском районе. За прошедший год там произошло 135 пожаров. Погибли 3 человека. 82 случая – это неосторожное обращение с огнем. В 2023 году на территории частного сектора провели более 1100 подворовых обходов. В них участвовали сотрудники МЧС, социальной защиты, МВД, Росгвардии и работники местной администрации. Эффективный способ предупреждения пожара – пожарный извещатель. Всего на территории района в жилых домах уже смонтировано около 200 таких устройств. 34 из них с GSM-модулем. В случае опасности они передают сигнал на мобильный телефон. Педагог из Барнаула стала экскурсоводом международной выставки форума «Россия». Надежда Головачева работает учителем начальных классов в школе номер 70. Женщина успешно прошла отбор во время всероссийского конкурса гидов «Проводники смыслов». Добавлю, что благодаря программе «Больше, чем путешествия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 700 московских и 1300 региональных гидов знакомят посетителей выставки с тематическими маршрутами. Ежедневно они проводят около 60 экскурсий. Проект Каменского района «Мой курс» вошел в топ-10 Всероссийской муниципальной премии «Служение». Цель проекта – это создание эффективной муниципальной модели системы профилактики правонарушений и организации комплексной реабилитации и социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Сюда включились и надзорные службы, и прокуратура, полиция. Были включена комиссия по делам несовершеннолетних, были включены комитеты по культуре, комитет по физической культуре и спорту, управление по образованию. Мы попытались показать детям несовершеннолетним, которые стоят на различных видах учета, альтернативную форму поведения, что возможно проводить свой досуг в совершенно других иных условиях. Народное голосование проводится до 14 января. Для того, чтобы проголосовать за проект Каменского района, необходимо пройти по ссылке, которую вы видите на экране. Затем пройти регистрацию. Нужен адрес электронной почты и пароль. Также можно войти через социальные сети «Одноклассники» или «ВКонтакте». Затем нажать на красную кнопку «Голосовать», выбрать в номинации «Объединяя усилия, умножаем возможности» проект «Мой курс». Я добавлю, что Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее присваивают выдающимся представителям муниципального сообщества, людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований. В этом году на участие в премии подали 18 458 заявок. В голосовании приняли участие более 260 тысяч человек. А теперь о культуре. Сборник пьес о Шукшине презентовали в Алтайском театре драмы. С этого начали юбилейный год Василия Макаровича в Алтайском крае. В 2024-м ему бы исполнилось 95 лет. Пьесы создали драматурги со всей России на творческой лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», которая начала свою работу чуть больше года назад. Авторы рассказали, что написали их под впечатлением от нескольких дней, проведенных на малой родине писателей и режиссера в Сростках, а также после знакомства с шукшиноведами и изучения архивных материалов из фондов музея-заповедника Василия Макаровича и Гмилика. Лучшие произведения и вошли в сборник. Один эскиз надеются превратить в полноценный спектакль и показать его на театральном фестивале «Здравствуйте, люди», который пройдет в Шукшинские дни на Алтае.
Надеемся, что один из эскизов в обязательном порядке превратим в спектакль, и он станет полноправным участником этого второго фестиваля. Мы каждые 5 лет по произведениям Василия Макарча ставили спектакль. Вот в этом году уже будем про него делать спектакль, надеюсь. Есть вероятность 95%. Потому что, ну, пока ждем технический визит театра, Большого драматического театра, у них есть замечательный спектакль в главной роли Нина Усатова, называется «Материнское сердце». 13 и 14 января эскизы покажут в Театре драмы. А министр культуры региона Елена Безрукова рассказала о других мероприятиях, приуроченных к юбилею Василия Макаровича в Алтайском крае. Например, под руководством Владимира Васильева несколько хореографов создадут лабораторно-пластический спектакль «Шукшин, Распутин, Астафьев». Также жители Алтайского края ждет новый музейный проект. Те, кто приходил к нам на 100-летний юбилей театра драмы и помнят, что на втором этаже была достаточно интересная выставка, музейная выставка в театре, она была посвящена тогда 100-летию. И вот примерно в таком же формате на площадке театра будет сделана выставка нашего Шукшинского музея, которая готовится группой наших дизайнеров, и она посвящена сотрудничеству Шукшина с Мосфильмом. И в конце выпуска о спорте. Хоккеисты «Динамо Алтай» начали год с 2 домашних игр на чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. 5 января наши спортсмены победили «Кристалл» из Саратова 4-3, а 7 января уступили «Тамбову» 1-2, оставшись на 19-м месте в турнирной таблице. От зоны плей-офф «Динамовцев» отделяют 2 очка. Теперь барнаульцы отправятся на выезд. 12 января «Динамо Алтай» сыграет против «Норильска» и 14 января против красноярского «Сокола». И к этому часу у меня пока все. Эфир продолжат мои коллеги в 17:00. Не переключайтесь.